В нашем городе уже который год продолжается пандемия. Никто уже не верит в счастливый исход. И на фоне всего этого происходит очень странная история. По ночам среди молчаливого пространства ходит он, чумной доктор. Никто не знает, когда он появился у нас. Однако мы его очень боимся. Он никогда не снимает свои маски, и мы не можем знать, что он за человек, и человек ли вовсе. Стук в дверь от него уже стал плохой приметой, поскольку наутро человек, которому постучали, умирает. Кто-то видел его в подвале одного из старых домов, глядя с улицы. Но когда вошли внутрь подвала, то там никого не оказалось. Мы не знаем, кто он и какие цели преследует. Мы никогда не видели его при свете дня. Мы не уверены, из мира живых ли он или из мира мертвых. Вчера вечером я видела его на улице. Сегодня вечером я услышала его стук. Значит ли это, что и мое время пришло?